Лучшие педагоги Московской области работают в Ленинском муниципальном районе. Поверьте, это так. С таких приятных слов в Видновской школе номер 10 начался традиционный районный конкурс «Педагог года». Из 12 участников в финал прошло только четверо. К завершающему этапу каждый должен был приготовить творческий номер. Председатель жюри Геннадий Киселев поделился критериями оценивания выступлений. Правда, раскрывать всех секретов не стал. Конечно же, творческий подход, конечно же, уровень профессионального мастерства. Ну и все, что касается учителя в школе. Учителя на протяжении долгого времени готовились к этому конкурсу. Придумывали сюжет номера, подбирали костюмы, оформляли декорации и, конечно, много репетировали. Все началось так неожиданно для меня и внезапно, но подготовка была очень активной. Очень хорошо помогали мне мои коллеги из моей школы. Своих любимых педагогов пришли поддержать их ученики. Они нарисовали плакаты и придумали кричалки. Выступления получились очень яркие, необычные, с песнями, танцами и мини-спектаклями. Конечно, каждый педагог заслужил внимания и награды. Елена Савичева, учитель физики Видновской школы номер 10, получила особый подарок – приз зрительских симпатий. Учитель всегда как актер. Он заходит в класс, и каждый урок – это школа актерского мастерства для любого педагога. Поэтому мы тут все были творцы, изобретатели и делились опытом. Определить победителя было довольно сложно, но благодаря большой поддержке зрительного зала и самому интересному творческому номеру, по мнению жюри, педагогом года и обладателем главной премии в 100 тысяч рублей стал учитель литературы и немецкого языка Видновской гимназии Евгений Кунавин. Все остальные финалисты также получили денежные вознаграждения в размере 75 тысяч рублей. Анастасия Воронина, Егор Хлябич, Сергей Ларин, Видное ТВ.